Айсати Бхутам Атрасурупам Рупам Дасаграджамурипурим Матурим Госуатим Радха Кундама Гиривара Радика Мадвасам Рапто Ясся Парита Крипая Си Гурум Там Натос Гурави Гаура Чандра Радика Итадали Кришная, Кришна Бхактая, Дад Бхактая Намо Ананда Лила Майя Виграхая Хима Бхадди Врасчави Сундарая Тасвай Маха Према Раса Прадая Чайтанья Чандрая Намо Чайтанья Чандрая Намо Намасте. Чайтанья Чандрая Намо Намасте. Бхактя Вина Апарадха Лакшми Читта Мама крипани дхей Сабхир джана ким курим куру Тавай васми, тавай васми Надживами тьямина Ити вигьяя девитам Найамам чаранантикам. First of all, I offer my sastang dandavat puspanjali, my heart like flowers, thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual guru. Nityalila pravishta om Vishnupad, ashto tarasat sisima drupa nugacharivare, shila bhakti vedanta narayan vasvami maharaj. Прежде всего я предлагаю свою шаштанду Дандават Пушпанджали, свое сердце, как цветы тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего духовного учителя. Нитя лилы правишты ом Вишнупада, что тарашата, шри шримат бхактивиданты Нараяны Госвами Махараджа. And secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my guru's guru, my param gurudev, Srila Prabhupada, and all our Rupanuga Gaudiya guru parampara. Затем я предлагаю тысячи поклонов у стоп учителя моего учителя Шрилы Прабхупады и всех учителей и представителей нашей Шри Рупануги Гуру Парампары. В завершение предлагаю свои поклоны всем вайшнавам и вайшнаве.
every person in this world is wandering here and there under the influence of their karma. Каждый человек в этом мире он проводит свою жизнь полностью под контролем своей кармы. Even though we feel that we are very free. Несмотря на то, что каждый из нас ощущает себя свободной личностью. But at every moment you are controlled by the forces of karma. Но ежесекундно мы находимся под контролем силы кармы. If a person goes to college for so many years. Если человек много лет проводит, обучаясь в институте. And they attain a degree and a master's and also PhD. И закончив университет, они получают диплом, потом они идут в аспирантуру, потом они получают докторскую. But if at the end of this they still think I am this body, then they have no education at all. Но если в конце этого очень длительного образовательного процесса они все еще продолжают считать себя этим физическим телом, значит, никакого знания они, по сути, не получили. Only they have acquired many different types of ignorance. Человек просто обучился многим видам проявления невежества. What is true education? Что является истинным образованием? In Bhagavad Gita, Sri Krishna said, Vidya Vinaya Sampane Brahmani Gavi Hastinihi Suni Chaiva Swapakacha Panditaha Samadarshanaha. A pandit, that means a person whose panda, that is, his consciousness is illuminated. Бхагавад Гите Кришна объясняет, что по-настоящему ученый — это тот человек, панда, чье сознание озарено, но просветлено. Vidya Vinaya. Пандит. Видья Виная. They see everyone equally. Что человек равнозначно воспринимает всех. They don't have envy towards anyone. Не испытывает зависти по отношению ни к кому. This person is very good, I like him. Не делает различия. Этот мне нравится человек, он хороший. I don't like this person's face. Этот мне не очень нравится. Лицо у него какое-то странное. I don't like how she walks. А вот та, мне ее походка не нравится. Она двигается очень нехорошо. I don't like this person's race or religion or anything. Итак, человек делает различия, думает, вот этого религия мне не нравится, этого убеждения не нравится, этого политика мне его не нравится. This is all ignorance. Но все это проявление невежества. The body and even the mind, they are like shirt and coat covering the soul. Потому что наше физическое тело и тонкое тело, ум, они подобно как тело как пальто, а ум это как рубашка под пальто. So, это покрытие нашей души. Behind everyone's body and behind everyone's mind, there is the spiritual soul, which is a part and parcel of Krishna, the supreme personality of Godhead. Поэтому надо смотреть глубже, потому что внутри вот этих оболочек, этой грубой оболочки физического тела и тонкой оболочки астрального тела находится душа, которая неотъемлемая частичка, вечная составляющая Господа. So a learned person. Разумный человек. They're always aware of their own position. That I am a soul and others are also souls, and they deal with everyone soul to soul. Такой человек понимает истинное положение вещей. Он знает, что он душа, и все остальные это тоже души. Поэтому он взаимодействует с ними как душа с душой. So in this verse, Krishna said, "Vidya Vinaya Sampane," a Brahmin, that means the intellectual class of person. И в этом стихе в Бхагавад-гите Кришна объясняет, что брахман, который является интеллектуальным в ведическом обществе, философ. Обычно видья и винай идут вместе, параллельно друг другу, сопровождают друг друга. Видья — это знание, and vinay means gentleness. А винай — это такая мягкость. If a person knows so many things, but they're not gentle, then actually their knowledge is not practical. Если человек очень ведущий, такой знающий, но грубый, он не мягкий в обиходе, значит, такое знание его не принесет никому пользы. It is only theoretical knowledge. Это его знание тогда просто это теория. So it is said in India, Vidya Dadati Vinayam, real education makes you gentle. Поэтому в Индии в ведической культуре считается, что истинное образование, знание сделает человека мягким. And here Krishna is saying, Panditaha Samadarshinaha. The pandit sees a very gentle Brahmin, but also sees a completely
ferocious person, a chandala, a low caste, outcast person, he sees them equally. Why? Because the soul is there, part of God. Но Кришна говорит в Бхагавад-гите, что разумный человек, он воспринимает равным взором и такого образованного, мягкого брахмана, и какого-то, может, отвратительного шудру или там чандалу, в которой вне касты. Он их одинаково воспринимает. Not only a human being who is uncivilized, but even an elephant or a dog. И равнозначно воспринимает не только людей цивилизованных или нет, но даже животных, но собаку, слона. He sees that all are spiritual souls. Он воспринимает всех как души. So those who have a pure consciousness, they must be vegetarian. Поэтому непременно человек с чистым сознанием будет всегда вегетарианцем. They cannot show affection to one the soul in one body and then kill the souls. Take the souls out from other bodies by killing the bodies. Как мы можем такое уделять предпочтение каким-то душам в человеческих телах и любить их или своих питомцев, но с готовностью убивать других животных, чтобы съесть их плоть? So by such verses of Gita, Krishna is describing the nature of a person who has a nirgun swabhav. И вот в этом стихе Бхагавад-гите Кришна описывает природу, характер человека, у которого трансцендентная природа, ниргун свабава. There are three gunas. В этом мире есть три гуны, три энергии. Three modalities of nature affecting everyone. Три модальности существования, которые влияют на всех. Tamagun makes us become lazy and angry. Энергия тамаса, невежество, делает нас ленивыми, злыми, раздражительными. Rajagun makes us become very energetic, but also lusty and ambitious. Раджа-гуна, энергия страсти, созидание, она придает нам энергии, делает нас энергичными и такими амбициозными, но тоже приносит с собой много вожделения. Саттва-гуна makes a person be peaceful and satisfied. Саттва-гуна, энергия благости, делает человека умиротворенным и очень таким спокойным, and humble. Кротким, не претендующим ни на что. The person in Саттва-гуна can understand, I am not this body, I am the soul. Человек, который находится под доминирующим влиянием энергии благости, саттвы, он понимает, что он не является этим физическим телом. But only those who are nirgun, beyond tamas, beyond rajas and beyond sattva, they can understand that positively the soul is the servant of Krishna. Но лишь только те люди, чье сознание возвысилось над этими тремя гунами и возвысилось даже над энергией благости и достигло ниргуна, понимает позитивно, что не только он не есть это тело и тонкое и грубое, но также, что его душа — это вечная слуга Бога. Если кто-то сходит в дискотеку и будет там плясать, а кто-то придет сюда и будет тут петь и танцевать, деятельность сильно отличается друг от друга. Dancing and singing in the club is coming from Rajagun, mode of passion. Танцы в дискотеке — это результат раджа-гуна, энергии страсти. And the activities of bhakti, the expressions of devotion to the transcendental supreme Lord Sri Krishna, they're all nirgun. А танцы под пение киртана и выражение преданности Верховному Господу Кришне — это проявление трансцендентного уровня ниргуны. So karma, which is making everyone act, comes from these three gunas. И карма, которая побуждает всех действовать в этом мире, она является продуктом влияния комбинации этих трех гун. Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvashaha. All the karmas, worldly activities come from the gunas. Вся мирская деятельность — это продукт влияния гун. But the activities of bhakti are all transcendental. Но вся деятельность бхакти — это полностью трансцендентная деятельность. So those souls who are affected by the material energy, by three gunas, they are forced to perform particular karmas, lifetime after lifetime. Поэтому все души, которые находятся в плену вот этой кармических зацепок, они вынуждены заниматься определенной деятельностью, движимой этой кармой из жизни в жизнь. Because every karma has a reaction. So there's a chain reaction that goes on and on. Потому что у каждого действия есть реакция, поэтому попадаете в полную эту цепь действий, причины, следствия и реакций. And so that person has to grow old and die and again take birth
and again die and again take birth, sinking and surfacing in the ocean of material existence. Поэтому такому человеку приходится снова рождаться, стареть, болеть, умирать, снова рождаться и опять проходить этот же самый цикл. But снова и снова. A person whose all senses are engaged in bhakti, then they are free from karma. At the end of this life, they don't have to take birth again. They'll go to Goloka Vrindavan, the spiritual world. Но человек, который занят только преданным служением Богу, практикой бхакти, все его чувства вовлечены в это действие, в конце этой жизни ему не придется снова рождаться, потому что он становится вне кармы. Он становится свободен, он может отправиться в духовный мир. So, in the Srimad Bhagavatam it said, Yatatara mula nisaitanena tripchanti tatskanda bhajopashakha. It's the nature of everyone to render service. Шримад Бхагаватам, Священное Писание, объясняет, что природа каждого человека, это, у каждого человека проявлена склонность к служению. The husband is serving, he's the boss and his wife and children. Мужчина будет служить своему начальнику, своей жене, своим детям. The children are serving their teacher. Дети служат учителям. Like this. Родителям и так далее. Every person is serving someone else. Каждому из нас приходится служить кому-то. If you have no one to serve in your life, then you buy a dog and you serve. Если вам некому служить в жизни, то скорее всего вы приобретете себе собачку и будете служить собачке. Everyone feels they have to serve someone. Каждому хочется заботиться о ком-то, служить кому-то. But when the object of our service is something temporary. Но когда объект нашей любви, вот служение является чем-то временным, преданным. We become bound more and more in karma. Вот эта привязанность к этому объекту глубже связывает нас в карме. So a person is very, very fortunate when they hear from the Vedas. Поэтому человек очень удачлив, когда у него есть золотой шанс услышать наставление из Вед. That the true object of service of every soul is the source of all souls, Sri Krishna. О том, что истинный объект служения — это Верховный Господь, который является источником всех душ, всех живых существ. Это Шри Кришна. From God, that is called Krishna in Sanskrit. А в санскрите Господа называют Кришна. All existence has emanated. Все существование исходит от Бога. He is the source of everything. Он источник всего. So all things exist to serve their source. Все существует ради того, чтобы служить этому своему источнику. Each person is trying to find happiness. Каждый человек ищет счастье. But until the soul becomes connected with his source, he'll always be frustrated. Но душа никогда не найдет стабильного счастья до тех пор, пока она не соприкоснется со своим источником. Если она нет этого контакта, союза с источником, она всегда будет испытывать фрустрацию. But when the soul is connected with his source, только когда душа так соприкасается со своим источником, that connection is called yoga. И вот эта связь и называется йога. And when that connection is made through devotion, that is called bhakti yoga. И когда вот эта связь налаживается через акты преданности, это называется практика бхакти йоги. So when the soul is situated in bhakti yoga, connected with his source through devotion, then the soul automatically becomes very ecstatic. И когда душа соприкасается с Богом, своим источником через процесс преданного служения, через процесс бхакти йоги, тогда она обретает истинное счастье, спокойствие. Because that is our true nature, spiritual nature. Потому что это и есть наша истинная духовная природа. If a fish is out of water, если рыбу вынуть из воды, then they cannot be happy. Она будет очень несчастна. The fish is only, она будет трепыхать и молиться о том, чтобы ее положили обратно в воду. Even if you give the fish a new iPhone, даже если вы новый iPhone 6 этой рыбе дадите там на суше, это все равно ее не порадует особенно. Because he's not in his nature. Потому что эти условия рыбу не устраивают, она вне своей среды. And if you put the fish back in the water, а как только вы положите эту рыбку обратно в воду, она с радостью уплывет. So everyone in this world, no one is happy. Поэтому в этом мире нет никого счастливого. Even the persons who are very rich and very famous. Даже самые богатые, состоятельные, знаменитые люди.
They are miserable. Они несчастные. They have to take one pill to go to sleep and another one to wake up. Приходится колесики принимать. Одно колесико, чтобы заснуть, другое колесико, чтобы проснуться. And they marry to the most beautiful person they can find. Они находят себе партнеров, которые там самые красивые какие-то. But after a few months, then they через пару месяцев начинаются разводы. Опять они находят кого-то нового. И трудно описать вот их ментальное беспокойство. Sometimes they even commit suicide. Многие из них заканчивают жизнь самоубийством. And yet all the regular people, they think, I want to be like that. А обычные люди, массы, все равно смотрят на них и думают, я хочу таким быть. This is example of the blind leading the other blind. Это пример слепых, ведущих за собой других слепых. And they all fall in the ditch. Все вместе свалятся в канаву. Why? Because whatever you have in this world. Потому что надо понять, все, что у вас есть в этом мире, в этой жизни. Because the physical world is not the true home of the spiritual soul. The soul cannot be happy. Физическая среда этого мира это не является истинным местом души, поэтому душа тут никогда счастливой не будет. But when the soul is connected again with Krishna through loving service, then automatically now he's in his nature and he becomes very ecstatic, always singing and dancing. Материальный мир не есть среда души естественная, поэтому душа будет счастливой только когда у нее есть шанс соприкоснуться с преданным служением Кришне, и тогда она сможет петь, танцевать и испытывать истинное вечное счастье. So, Shrimad Bhagavatam said, "Yatha taramula nisechanena." Just like if there's a tree and you want to give benefit to the leaves and the branches of that tree. Shrimad Bhagavatam приводит аналогию с деревом. Говорит, если вы хотите полить дерево, чтобы наделить силой, энергией листики, веточки, плоды. Actually, you cannot benefit the each individual leaf directly. Вы не сможете непосредственно принести благо каждому листику и каждой почечке на этом дереве. Even if you put water on the leaves. Даже если вы по капельке воды там польете на каждое. They cannot take it. На каждый листик, этот листик эту воду никак переработать не может выпить. You have to put the water on the root of the tree. Воду нужно поливать на корень дерева. And then the root of the tree distributes the benefit to all the tree, all the twigs and leaves and flowers. А корень уже позаботится о всех веточках и всех почечках и всех листиках. So similarly, even if a person, they're a good person, they think, I don't want to be selfish. Даже аналогично, даже хороший человек, порядочный, который считает себя добрым человеком. I want to do something to help other people. И думает, я хочу какой-то благотворительной деятельностью заняться, помочь другим. But actually, you cannot do anything. Because each person is experiencing their individual karma. Вы никому помочь не сможете, потому что каждый человек испытывает свои кармические реакции. But if you give your energy in service to the root of the tree, to the root of existence, that is Krishna. Но если вы направите всю свою энергию на служение вот этому корню всего существования, Господу Кришне, then you become happy. Который является источником всего, то и вы испытаете радость. And the benefit of your service reaches everyone. И вот эта польза от вашего служения расходится ко всем. Вот это благо. You become free from karma. Вы сами освобождаетесь от своей кармы. And whomever you share the activities of bhakti with, they also become free from their karma. И все те, с кем вы делитесь знаниями о преданном служении и задействуете их в преданном служении и бхакти, они тоже получают благо. Not only that. You know that in the world everywhere there's so much fighting and war. Вы знаете, что в мире тут постоянные какие-то ссоры, войны, конфликты везде. When you chant the mantra of Krishna's name. Когда вы повторяете мантру имён Кришны. Then this vibration spreads out throughout the whole world. Эта звуковая вибрация через эфир расходится по всему миру. Just like if you drop a stone in a lake, then the circles go out like this to the edge of the lake. Подобно тому, как если вы бросите камушек в озеро, то круги разойдутся по все стороны к берегам. So you are all here and chanting. Вы все находитесь тут и поете святые имена. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. But the vibration of this mantra is spreading out. It will not stop. Эта вибрация, она расходится дальше, она идет по эфиру.
And it is purifying and benefiting all the people of Astrakhan. Очищает всех людей Астрахани. You see, you come together and chant Hare Krishna. You see how many people that all become vegetarian. Вы увидите, если вы будете собирать людей вместе и все вместе будете петь Hare Krishna, увидите, как очень скоро многие из них станут вегетарианцами. They give up their killing of other creatures. Они перестанут проявлять насилие к другим существам. And they become attracted. They become drawn towards Krishna. Они притянутся к Кришне. And this vibration spreads out all over Russia and around the whole world. Эта вибрация обладает такой силой, она расходится дальше по всей России, по всему миру. So the best thing that you can do for yourself and for everyone in the world is engage in bhakti yoga. Поэтому наилучший способ принести благо самому себе и всему миру – это совершать практику бхакти-йоги. Bhagavatam is giving another example. Шримад Бхагаватам приводит еще один пример. Pranopaharatcha yatendriyanam means that just as your hands, they cannot eat. Подобно тому, как руки ваши кушать не могут. They have to take the food and give it to the stomach. Рукой вы не накушаетесь, вам надо взять эту еду и положить в рот, чтобы она попала в желудок. So if the hand keeps the food for itself, но если рука решит оставить всю еду себе, then he'll become weak. Не делиться с желудком, то рука слабеет. But if the hand will serve the stomach, но если рука будет служить желудку, then the hand becomes strong. Поставлять пищу ему, то рука будет крепкой. The other hand becomes strong. И вторая рука будет крепкой. The legs become everything. Ноги, все, все конечности, все тело будет сильным. Because all energy for the body is coming from the stomach. Потому что желудок вот это поставляет энергию всему телу. So in the same way, because all energy comes from God, when we as individuals serve Krishna through bhakti yoga, then we become very inspired, and that benefit goes to everyone. Так как Кришна является источником всей энергии, всего блага миру, когда мы служим ему, то он делится этой энергией, исходит от него ко всем. Do you understand? Вы это понимаете принцип? Do you believe it? Вы верите? Yes, you should. Услышанному. Very strong faith in вы должны the Vedas. Вы должны верить в слова Вед. Because Krishna himself, he reveals himself to the world through the mantras of the Vedas. Потому что сам Кришна, Господь, он являет себя через откровения, через ведические священные писания миру, через их мантры. And the sadhus, those who are fully dedicated to Krishna, the words of Krishna come from their lips to awaken us, to enliven us, and to liberate us from this world. Святые личности, которые посвятили свою жизнь служению Кришне, они повторяют, они своими устами произносят эти мантры, чтобы возвысить нас, очистить нас и помочь нам понять истину. Поэтому никогда не сомневайтесь в том, что вы слышите из ведических источников, из уст возвышенных святых личностей. Если саду, святой скажет что-то, or Krishna will make it come true. Может, это или правда, или Кришна сделает так, что это будет правдой. Because Krishna is controlled by the love of his devotees. Потому что Кришна полностью под контролем любви своих преданных. I want to tell one story to illustrate. Я хочу рассказать одну историю, чтобы проиллюстрировать the importance of putting the Shraddha, faith in Sadhu Sangha, association of sadhus. Необходимость того, что у человека должна быть полная вера в силу общения со святыми личностями, в Sadhu Sangha. So, one day, one sadhu, he was telling Rama Lila. Однажды один святой Вайшнав рассказывал о истории жизни Рамы, the pastimes of Sita and Ram. О играх Господа Рамы и Ситы. And Hanuman. И Ханумана. You know Hanuman? Вы, наверное, знаете Ханумана, everyone большинство Hanuman? Из вас. Okay. So, Hanuman is such a devotee of Ram that if anyone is telling the glories of Ram, then Hanuman expands himself and he goes there to listen. Хануман настолько предан Господу Раме, что где бы кто-то ни прославлял Господа Раму, Хануман в каком-то скрытом облике обязательно появляется в этом месте, чтобы послушать. Он настолько любит слушать рассказы о Господе Раме. Рамупатина,
Может, мы уже сейчас привлечем Ханумана сюда этим пением. You go in a disguised form. Хануман приходит обычно инкогнито. So when the people they go to hear Ramkatha, they're very humble to everyone. Поэтому обычно, если люди собираются на то, чтобы послушать Рамаяну, Катху о Господе Раме, они очень с почтением друг друга приветствуют, там очень почтительны. Они думают, может среди нас прячется Хануман в облике какого-то старичка или какого-то бедняка. Никто не знает, кто есть кто там. И однажды один саду он рассказывал Катху о Господе Раме. And Hanuman in a hidden form he was sitting at the back listening. И Хануман, изменив свой облик, он сидел сзади и слушал Катху. So the sadhu, he said, и саду сказал, when Ravan stole away Sita, he took her to Lanka. Когда Раван похитил Ситу, он забрал ее с собой в Ланку. And then Ram was crying, Ha Sita, Ha Sita, where are you, where are you? И Рам рыдал в разлуке со своей супругой, восклицая, О, Сита, где же ты, где же ты? But fortunately, he met with Sugriv. Но, к счастью, ему посчастливилось встретить Сугрива. So Sugriv, his wife had also been kidnapped. У Сугрива тоже похитили жену. So Ram and Sugriv became friends and they made a deal. Они подружились и стали союзниками. I'll help you find your wife, you help me. Я помогу тебе разыскать твою супругу, а ты мне помоги найти мою. So Sugriv, he had so many associates, and among them so many monkeys, and one of them was Hanuman. Сугрив, у него было много сподвижников обезьян, и Хануман был среди них. And they set out in different directions, trying to find some evidence. Where is Sita? И они все отправились на поиски Ситы. So Hanuman, the sadhu was saying, he came to the shore of the ocean. И саду рассказывал всем присутствующим, что Хануман прибыл на берег океана. And in one moment, in one jump. He said, "Jai Shri Ram!" И воскликнув "Jai Shri Ram!" He jumped over the ocean and landed on the island of Sri Lanka. Одним прыжком он пересек океан и оказался в Шри-Ланке. So there in Sri Lanka. He was looking and he discovered Sita Devi. И там он разыскал Ситу. And he said, "Oh, I've come to bring you to Ram." И он сказал Сите, "Я пришел сюда, чтобы забрать тебя с собой и вернуть тебя Раме." Sita Devi said, No, I will not go with you. Сита сказал, с тобой я не пойду. My husband himself should come here and take me. Пусть мой муж лично сам сюда придет и заберет меня отсюда. So then, Hanuman, he agreed. И Хануман согласился. But then, some of the soldiers of the Ravan, they discovered that he was there. Но когда стражники Раваны увидели, что Хануман проник во дворец туда, So Hanuman, he beat them all and he burnt Lanka down. То Хануман разбил их всю эту армию в пух и прах и спалил Ланку. And again he jumped over the ocean. Jai Shri Ram! И снова одним прыжком пересек океан, воскликнув Jai Shri Ram. And he came to tell the Lord Ramachandra that he had found Sita. И пришел сообщить Господу Рамачандре, что он нашел Ситу. And when Ram heard that Hanuman had found Sita, he embraced him. И когда Рам узнал, что Хануман разыскал его жену, то он обнял его. How dear is Hanuman to Lord Ram because he rendered such service.
Таким образом, Хануман так услужил Раме, что он стал ему очень дорог. So Hanuman, he was listening to this katha. И Хануман слушал этот рассказ and he was thinking, и думал, this is okay. Ну ладно, хорошо рассказывает. But it's not completely true. Но не совсем точно. He said, in one jump I jumped over the ocean. Потому что он сказал, что я одним прыжком пересек океан. But actually, to go to Lanka, I met along the way so many powerful demons. Но на самом деле, пока я пытался попасть в Ланку, я встретил стольких могущественных демонов. And I had to fight with them. И я сражался с ними. It was very difficult. Это было трудно. And when I arrived in Lanka, и когда я прибыл в Ланку, also the soldiers of the Ravan, they captured me and they took me as a prisoner. Потому что и воины Раваны, они схватили меня в плен, связали меня. And I had to undergo so many difficulties. Мне там пришлось настрадаться. So then Hanuman here said, и Хануман немножко расстроился. Then I came to listen to Ram Lila, but this sadhu, he's told it wrong. Думал, я пришел сюда послушать вот эту хорошую историю, а что-то саду этот привирает и не рассказывает все правильно. And I know, because I am Hanuman. Я знаю, что он не прав, потому что я Хануман. I was there. Я там был. Uh-huh. So then, Hanuman, he went away. И опечаленный Хануман ушел. And he came then into the assembly of Lord Ramachandra. И вернулся в ассамблею Господа Рамачандры. Рамачандра saw that usually Hanuman is very ecstatic, but he was. И Рамачандра заметил, что какой-то Хануман понурый, потому что обычно Хануман такой весь счастливый, довольный ходит. Said Hanuman, is something wrong? Он забеспокоился, спросил Хануман, что случилось? No, my lord. Нет, повелитель, все хорошо. But Ram is supreme lord. Но Рам, он верховный господь. He's Krishna himself playing the role of the Maryada Purushottam, the perfect king, perfect son, perfect husband. Рам это ипостась Кришны, это роль, в которой Кришна играет такого идеального царя, идеального мужа, идеального повелителя, хозяина, идеального сына, брата. So Krishna or Ram is in the heart of every living being. They know their feelings. И Кришна в сердце каждого живого существа, и также Рама, поэтому они знают чувства, эмоции всех живых существ. So then, от них ничего не скроешь. Ram had a ring. У Рамы было кольцо, перстень. And, as if by accident, but he did it deliberately. He dropped the ring on the ground and it rolled. И как будто случайно он уронил это перстень это на пол, и перстень покатился. Lord Ram said, Hanuman, can you give me вернее, как будто бы случайно он выронил его так, и он покатился, он сказал, Хануман, дай мне мой перстень. So then Hanuman, the ring was rolling and he ran after. И кольцо это катилось, катилось, и Хануман погнался за ним. But it was very strange, as he was running after it, it was rolling faster. Но он не понимал, что происходит, потому что он, чем ближе он подбегал к этому перстню, он укатывался от него все дальше, и катился все быстрее и быстрее. So then Hanuman was running. Уже Хануман стал бежать за ним. And he jumped to catch it. Прыгнул, чтобы схватить этот перстень. But the ring began to fly. Вдруг этот перстень полетел. So then Hanuman, he began to fly after the Хануман ring. Полетел за перстнем. He was flying after the ring. Летел, пытался словить его. Mm-hmm. So then he was chasing this ring for thousands of miles. Очень долго он гнался за этим перстнем, там тысячи и тысячи километров. And after a long time, he saw this ring entered into a mountain cave. И через некоторое время он увидел, как это кольцо скрылось в одной пещере. So then, Hanuman he flew into the cave. И Хануман тоже залетел за кольцом в пещеру. And there was a huge creature. И там он увидел какое-то огромное существо. And Hanuman was tiny like this. По сравнению с ним Хануман казался комариком. He said, "Stop." Это существо сказало стоять. Hanuman stopped. Хануман опешил и остановился. He thought, "I have to get the ring." И думал, мне нужен этот перстень. Because I serving Ram is my life. Я обязан вернуть кольцо моему хозяину. The very huge creature. Это огромное существо. Was actually a huge monkey. Потом Хануман присмотрелся, увидел, что это просто огромная обезьяна. He said, "Who are you?" Это существо сказало, ты кто? Hanuman said, I'm Hanuman. Я Хануман. Who are you?
А вы кто? I am Hanuman. Этот гигант сказал, я Хануман. Маленький Хануман подумал, что? Я Хануман, как это он Хануман? Он спросил, он растерялся, сказал, ну я Хануман, как вы можете быть Хануманом? Тогда большой Хануман взял маленького себе на колени, положил. And very lovingly he said to him. И с любовью он сказал ему. He said, you should never have doubt in the Harikatha of the pure sadhu. Ты никогда не должен сомневаться в словах Харикатхи чистого саду. He said, yes, it's true that when you try to jump over the ocean, you had to fight with so many people and you underwent so many difficulties. Да, это факт, что тебе пришлось сражаться с многими демонами, преодолевать много препятствий, пока ты пытался пересечь океан, добраться до Ланки. But I did it in one jump. Но я это сделал одним прыжком. And no one could stop me. Никто остановить меня не мог. So what that sadhu said, it was about me. Даже то, что сады рассказывал, он рассказывал про меня, а не про тебя. You see? Because the lila of Lord Ram is going on in millions of universes. Вот видите как? Потому что игры Господа Рамы и его лила они проходят в бесчисленных измерениях в разных вселенных одновременно. Not in only one universe. И только в одной вселенной. And not in only one creation, in many creations. И не в одном творении, а в разных творениях. So then Hanuman thought, oh. So it was true. Тогда маленький Хануман понял, что все, что он услышал, было истиной. So then Hanuman said to the big monkey, because he can never forget service. Но так как все равно он только все, что маленький Хануман знает, это служение. He said, please, can you help me? I came to find the ring for my master. И он сказал, вы знаете, вы можете мне помочь? Я пытаюсь найти перстень Рамы. So then the big monkey said, yes, of course. You go inside the cave, you will find it there. И большой Хануман сказал, конечно, пройди туда дальше в пещеру, там ты его найдешь. So then Hanuman walked inside the cave. Маленький Хануман пошел вглубь пещеры. And there he saw a big pile of thousands of rings. И там он увидел огромную гору тысяч перстней. Which one is my Ram's ring? А где перстень моего Рама? And they all look the same. Они все выглядят одинаково. So then he said to the big Hanuman. Спросил большого Ханумана. Which one is my Ram's? Вы не подскажете мне, какой из этих перстней принадлежит моему Раму? The big Hanuman said, all of them. Он сказал, все они принадлежат ему. Hanuman said, why? Я не понял, сказал маленький Хануман. He said, oh, in the thousands of universes. А большой Хануман ответил, в тысячи вселенных, in millions of creations, в миллионах творений. Whenever Hanuman has a doubt in Harikatha, Lord Ram drops his когда у какого-то Ханумана возникает сомнение в Харикатхе, то Господь Рама обороняет свой перстень. And they will come here. И они все приходят сюда. Then Hanuman was very happy. И маленький Хануман обрадовался тогда. Why? Because all his doubts went away. Потому что он избавился от всех сомнений. As long as you have a doubt. До тех пор, пока у вас присутствует сомнение. In guru. Если у вас гложет сомнение в духовном учителе. In sadhu. Или в святых личностях. In the shastra, in the Vedas. Или сомнение в священных писаниях. You'll never feel any peace and happiness. Никакого покоя. И радости вы не почувствуете, это будет все избегать вас. You cannot even have energy to engage in bhakti. У вас даже сил не будет энергии, чтобы совершать практику бхакти. In Gita, Krishna said, sankshayatma vinashati. Those who will have a doubt, they become ruined. Кришна говорит в Гите, что те, кого терзают сомнения, они погибнут. So then Hanuman became very happy. All his doubts went away. И Хануман, так как теперь он избавился от всех сомнений, он испытал неописуемую радость.
So try to be like this. Постарайтесь быть такими. Hearing this pastime of Hanuman, all your doubts also should be washed away forever. Пусть вот эта лила этой игре Господа Рамы и Ханумана очистит все ваши сомнения. So now with a very strong faith, listen. А теперь с полной верой слушайте что-то. A very beautiful pastime of Krishna. Я хочу вам рассказать удивительную лилу о Кришне. Кришна Говинда, Говинда, Гопала Нандана. Говинда, Говинда, Гопала Нандана. Кришна Говинда, Говинда, Гопала Нандана. Кришна Говинда, Говинда, Гопала Нандана. Hare Krishna, Hare
Два дня тому назад we heard how Krishna was playing in his form like a 5-year-old boy. Мы слышали о том, как Кришна играл в пятилетнем возрасте. And yesterday we heard how he was playing like a 6-year-old boy. Вчера слышали о том, как он играл в шестилетнем возрасте. And today we will hear when he was 7. А сегодня мы услышим о том, как он играет после того, как ему исполнилось 7. You know that Krishna and his friends, they like to go out into the forests and take the cows to graze there. Мальчики, друзья Кришны и Кришна, они обожают уходить в лес и там отпускать коров, паститься и играть там в лесу. So one day, the boys, the friends of Krishna, they said, "Oh Krishna, oh Balaram, we are being attacked by a demon." И однажды мальчики завизжали, закричали: "Кришна, Баларам, нас атакует демон!" What demon? Кришна посмотрел по сторонам, спросил: "Какой демон?" Krishna could not see anyone. Никого он не видел там. They said, "Oh, the demon of hunger." Демон голода. He's attacking our stomachs. Он бросается на наш живот. Why did they say this? Почему они это сказали? Actually, they have no selfishness at all. У них нет никакого, в них нет никакого эгоизма. They were thinking, perhaps Krishna is hungry. Они подозревали, что, наверное, Кришна уже проголодался. So, by saying that we are hungry, then we can stop the play and arrange something for Krishna to eat. И они сами притворились, что именно это они голодные, чтобы остановить игры и найти возможность покормить Кришну. This is the way of pure love. Это путь чистой любви. Pure love is never expressed directly. Чистая любовь никогда себя не провозглашает так напрямую. When there is pure love in the heart, it cannot be expressed directly because the voice chokes with the ecstasy, with the emotion. Чистую любовь невозможно выразить словами, потому что голос будет дрожать от переизбытка чувств. So it's always expressed indirectly. Чистая любовь всегда выражена косвенным образом, скрытым образом. And where there is in the heart lust. А если в сердце присутствует вожделение and selfishness, и себелюбие, then, oh, this is disguised like love out of it. То это люди скрывают вот эти свои изъяны, как провозглашая свою любовь. This is why the most popular phrase today is I love you. Поэтому самая популярная фраза на сегодняшний день — это «я тебя люблю». Everywhere you see, везде. In music, в музыке, в песнях, всех. Люблю тебя, люблю. Why? Почему? Because no love at all. Потому что там нет никакой любви. Only lust. Одно вожделение. So in Vrindavan they say, "Prem ki nadi sada ulta bahida." The river of prem flows in the opposite direction. Поэтому во Вриндаване говорят, что река чистой любви течет в противоположном, против течения. So this is why the boy said, "Oh, Krishna, we are attacked by a demon in our stomach." Поэтому мальчики притворили, что они проголодались, сказали, что демон голода нас атакует. Only they were thinking, perhaps Krishna is hungry. Единственное, что беспокоило их, это что, возможно, что Кришна уже проголодался. So then Krishna had an idea. Кришне пришла хорошая идея. He said, "You know, very nearby, there is on the bank of Jamuna." Он сказал: "Вы знаете, что неподалеку отсюда, на берегу Ямуны, there is a place where some brahmanas they're doing a sacrifice." Есть место, где брахманы проводят ведический ритуал яги. They were doing the karma kanda sacrifice to go to heaven. Яги карма канды, чтобы попасть в рай. So Krishna was thinking, "I'll send them to these brahmanas." И Кришна подумал, что давай-ка я пошлю этих мальчиков к брахманам. Why? Почему? Because Krishna wanted to give a teaching to the whole. Кришна хотел преподнести урок всему миру. These Brahmin priests, they were very learned. Эти брахманы были очень учеными. They had gyan. У них
было знание гьяна. And they did so much tapasya austerities. Они совершали очень много суровых аскез. And they strictly followed dharma, Vedic religious principles. Очень строго следовали всем правилам предписания, этикета, ведического поведения. But all of these activities, they cannot awaken devotion. Но вся эта деятельность, ни одна из этих видов деятельности пробудить истинную преданность к Богу не может. Only the direct engagement in the angas of bhakti, hearing, chanting and remembering, can cause the appearance of pure bhakti. Только сами непосредственные действия, акты преданности, такие как услышать о Боге, повторять его имена, служить непосредственно, и может пробудить вот эту любовь. So the wives of those brahmanas, they did not have gyan. А жены брахманов этих, у них не было никакой гьяны, никаких знаний. They had not studied the Vedas. Потому что женщины веды не изучают. And they did not do tapasya, austerities. Аскезы они тоже никакие не совершали. But they had the current of transcendental bhakti flowing in their hearts. В сердце у них тек поток любви, преданности. So Krishna wanted to teach the whole world. Кришна хотел показать всему миру. That devotion is superior to the worldly religious activities. Что преданность бхакти выше мирской праведности. Which are performed on the platform of ego for the fulfillment of your own happiness. И что выше мирской религии, и что это все, вот эта мирская религия часто совершается просто на уровне эго, ради собственного блага. What is the use of doing religious things so that you can go to heaven? This is a selfish. Что это за религия, что вы совершаете, чтобы самим попасть в рай? Это ж эгоизм. Real dharma means of the soul. You don't consider yourself, only how to please God. Истинная дарма души — это не думать о себе, а только думать о том, как порадовать Господа. So Krishna told his friends. Кришна сказал друзьям. Nearby there are some brahmanas. Неподалеку отсюда находятся брахманы. So you should go to them. Идите к ним. And you should call the name of Balaram. И от имени Баларама. Why? Почему Кришна сказал ему сослаться на имя Баларама, а не на свое? Потому что Баларам, он кшатрия. And they may think to give something to him is okay, but Krishna is a gopi. Чтобы Кришна понимал, что он ващий, он пастух, Баларам кшатрия, что наверняка они что-то ради кшатрии дадут. So you should first say the name of Balaram, then you can say my name and say we are nearby. And we are hungry. Can you give some food? И скажите вот вначале вы должны упомянуть имя Баларама первым. Потом, если хотите, упомяните мое имя и скажите, что мы тут неподалеку, мы очень голодные и было бы замечательно, если бы они нам дали что-то покушать. Why did Krishna say this? Почему Кришна так? Because if someone is сказал. In ignorance. Потому что если кто-то находится в невежестве, they are covered by the ahankar, false ego. Человек находится полностью в узнице своего эго. Then there's a chance that they can wake up if they hear nam. Возможно, что они проснутся от этого невежества, если они услышат нам святое имя. Рам, Кришна. Такой как Рама, Кришна. The transcendental sound can wake them up. Трансцендентная вибрация может разбудить их. So to give them a chance to wake up, Krishna told the boys, go there, you say Balaram's name and my name, and then ask them. Поэтому Кришна сказал им первое, что скажите имя Баларама, потом мое, и потом попросите еды, чтобы дать шанс этим брахманам выйти из невежества. So Krishna and Balaram, they were sitting down. Кришна и Баларам сели и стали ждать мальчика. And they were relaxing in a very beautiful forest called Ashokvan. Расслабились в прекрасной роще, в лесу, который называется Ashokvan. So, if you come to Vrindavan, если вы приедете во Вриндаван, я вас Ashokvan. Отвезу туда, в этот лес, Ashokvan. So, then the boys, they all set off. И мальчики маршем отправились. За едой. And after some time, they saw all so many brahmins with long beards chanting mantras. Они шли по лесу и дошли до того места, где они увидели множество бородатых брахманов, которые сидели серьезными лицами, делали подношения в жертвенный огонь. And making oblations into the fire. Поливали топленое масло туда. Swaha, swaha. So then all the boys, they came and they gave dandavat pranams. Мальчики очень вежливо, смиренно приблизились, поклонились вначале этим брахманам. And then they stood with folded hands. И стали со сложенными ладонями. О, Будеваха! И сказали: О, Будеваха! That means brahmins, you are like gods on the earth. О, брахманы, вы как боги на земле. Баларам! Баларам! And Krishna! И Кришна! They are nearby. Находятся неподалеку отсюда.
And they are hungry. И они очень голодные. Please give some food. Пожалуйста, поделитесь своей едой с нами. So the brahmanas, they just ignored them. Брахманы полностью проигнорировали мальчиков. They thought, we cannot give them any food. Думали, что мы будем какую-то еду давать? Because we are brahmanas. Мы брахманы. We are the highest caste. Мы с высшей касты. And we have not eaten yet. И сами мы еще не кушали. So we should eat first. Поэтому мы должны покушать первыми. After that, the lower caste and the lower and the lowest they can eat. Более низкие касты пусть кушают после нас. So they didn't give any answer. Поэтому они просто проигнорировали просьбу мальчиков. Then the boys, they looked at each other. Мальчики посмотрели друг на друга. Let's try again. Вот давай еще раз попробуем. О, брахманы! You know the principles of the Vedas. Вы знакомы со всеми ведическими принципами. The principle of the Veda is, if someone is hungry, you should feed them. А принцип Веды, если кто-то голоден, вам нужно обязательно, вы должны накормить его. And also, if a sacrifice is being performed. Если проходит ягья. It's not wrong. The people who are doing the sacrifice, they can eat or they can give food to others. То и те, кто проводят ягью, и другие гости тоже могут покушать. Only from the time when the main priest is initiated into the yagya until the time when the sacrificial animal is killed, during that time no one can eat. But after that, anyone can eat. Там есть лишь один промежуток времени во время с того момента, как главный жрец начинает делать подношение, до того времени, как подношение сделано, что никому кушать не надо, нельзя. So they'd already sacrificed the animal. Но они уже совершили жертвенное подношение. So if they wanted to take or give to others, they could. И поэтому они спокойно могли сами покушать и других накормить, если бы они этого захотели. And the boy said, oh, except for in the Sotramani Yagya. И мальчики тогда упомянули, сказать, вы же знаете все правила, вот кроме Сотрамани Яги, no one can eat any во время которой никто кушать после нее не может. So in this way the boys showed the brahmins that we know something about the rules. Мальчики так намекнули, что они тоже знакомы с правилами Вед. So there's no obstacle, you can give us something. Так сказав, что вот что вас останавливает, вы можете нас накормить. The brahmins. Брахманы посмотрели на них. They were very puffed up. С пренебрежением и продолжили свое дело. Потому что они были очень горделивыми, думали, что эти пастухи тут стоят. Пусть убирается отсюда, что они нам тут мешают. Они не да, не нет не сказали, просто опять проигнорировали их. They did not say yes because they themselves had not eaten and they thought we are more important. Еду они давать не хотели, потому что они считали, что так как они сами еще не покушали, то с какой стати другие низкие касты будут кушать. And they did not say no. Отказать они тоже не отказывали. Because they thought, we'll give you something. Они думали, мы вас накормим. After we have taken. Позже, после того, как мы сами покушаем. So then the boys. Мальчики расстроились, конечно, постояли и ни с чем вернулись обратно. So they came back to Krishna in the Ashokavan. Они вернулись в Ашокван к Кришне. And they told him what happened. И пересказали ему, что произошло. So Krishna, he smiled. Кришна улыбался. He said, yes, this is the nature of begging. Да, вот такова природа собирания подаяний. If you live by begging, sometimes you're successful, sometimes not. А если ты поддерживаешь свое существование сбором подаяний, иногда тебе это удается собрать что-то, иногда нет. This is why in the Vedic culture, when the disciple comes to live with his guru, then the guru sends him out to beg. Поэтому в ведической культуре, когда ученик приходит и живет в ашраме гуру, гуру посылает учеников собирать подаяние. Because when people criticize you and send you away with nothing, then it makes the false ego go down. Потому что это помогает обработать ложное эго, потому что когда кто-то тебя отсылает ни с чем и может обругает еще и ни с чем ты вернешься, то эго станет поменьше. So that is called bhiksha. One service for guru is the disciple goes to beg. It's to make. It's not because the guru needs something. It's because the disciple has to learn to be very humble. Это вот одно из видов служения гуру бхикша, собирание подаяний, потому что гуру нуждается в чем-то, но ученик таким образом учится смирению. So then Krishna said, "All right, don't worry." Кришна сказал, не расстраивайтесь. There is a house nearby.
And the wives of these brahmanas are preparing so many delicious food preparations to be offered in the yagya. You should go to them. Неподалеку находится дом, в котором находятся жены брахманов, и они готовят разные вкусные блюда для пира после яги. Вы пойдите к этим женам. You just tell them. Просто скажите им. Krishna and Balarama nearby. Кришна и Баларам неподалеку. Don't say anything else. Больше ничего не говорите. Don't. Don't say Krishna is hungry. Не вздумайте говорить, что Кришна голоден. Because Krishna knows they have so much love that if they will hear Krishna is hungry, they'll be in great anxiety. Что Кришна знал, что они настолько любят его, что если они узнают, что он испытывает голод, это приведет их в чрезвычайное беспокойство. И будет шок у них. How is it possible that they could have such love? Как возможно, что у них была такая сильная любовь к Кришне? In their life, they have never seen Krishna even once. Ни разу в жизни они Кришну не видели. But because they used to live on the border between Mathura and Vrindavan. Но так как эти жены брахманов жили на границе между Матхурой и Вриндаваном, then some Brijbasi ladies who used to see Krishna a lot. То часто вот эти женщины из Брайджа, женщины гопи, которые видели Кришну постоянно. Who used to sell flowers and sell продавщицы betelnut. Цветов, продавщицы ореха, бетеля, которые ходили во Врач все время. They would sometimes meet with those Brahmin ladies. Они приходили в гости к этим браманшам. And so when two ladies meet, then. И когда две женщины встречаются, вы знаете, начинается. But Brijbasis, they only talk about Krishna. Но Брайджабаси говорят только о Кришне. So if you listen to the words of a person who has seen Krishna. И что произойдет, если вы услышите слова человека, который видел Кришну? Then this sound is Shabda Brahma. Описание его красоты. То этот звук будет Шабда Брахмы. And if the heart трансцендентная вибрация, then the realization of Krishna will come and love for Krishna will develop, even though you have not yourself seen Krishna yet. И вот эта звуковая вибрация в чистом сердце тут же явит и облик Кришны, его качество и явит всю его красоту, даже если вы его физически не видели до этого. So, though they had never seen Krishna, и хотя эти жены брахманов Кришну самого никогда не видели, in their heart they already had love for him. В сердце их полыхало пламя любви к нему. In the romantic mood, oh, Krishna, в романтическом настроении. You are my secret boyfriend. Что, Кришна, ты мой секретный возлюбленный. So Krishna told the boys, go and Кришна сказал мальчикам, tell them, сходите и просто скажите тем женщинам, что Кришна и Баларам тут неподалеку. So then the boys, they went to that house. Мальчики пошли разыскивать этот дом. And they saw all the wives of the yagic brahmanas there. И они нашли этот дом и увидели всех этих жен, этих брахманов. They were wearing very beautiful silk cloth. Все жены были очень красивы. Very beautiful ornaments and necklaces and bangles. В нарядных шелковых сари, в золотых украшениях, серьгах, браслетах, ожерельях. They were all very charming and attractive. Очень все такие были привлекательные. And they were expert in cooking. И они были очень опытными поварихами. And for the yagya, they made many different types of preparations: они sweets and sabji and rice and dal and pakoras and. Наготовили сотни блюд для этого пира, яги, различных соленых, сладких блюд. So then, the boys came there, мальчики вошли and в дом. Wife of a Brahmin is also like your mother. И так как жену брахмана почитает как собственную мать in Vedic society, в ведическом обществе, then your own mother, ваша личная мама – это мама. The wife of the king, жена царя – это мама. The wife of a Brahmin, жена брахмана – это тоже мама. Mother earth, мать земля – это мать. And the cow who gives you milk, корова, которая дает вам молоко. The wife of your guru, also, жена гуру. They're all considered like your mother. Они все считаются как ваша собственная мать. So the boys came and they gave матушка. И мальчики вошли и поклонились to the yagya patnis. Этим ягья патни, женам брахманов. So then they said, all respectable ladies. О, достопочтенные дамы. Krishna and Balarama nearby. Кришна и Баларам тут неподалеку. So in Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam. It is said. Говорится. That the boys announced, Krishna and Balarama nearby, and they're hungry. Что мальчики проболтали, что они сказали, Кришна и Баларам тут неподалеку, и они голодные. So then you might think, what are they doing? И вы подумаете, что они творят? Krishna told them, you can go, but don't tell them that we are hungry. Кришна им четко сказал, дал цу, не надо ничего упоминать про наш голод.
So why does Srimad Bhagavatam tell they went there and said Krishna Balamani Bhai and they're hungry? А почему Шримад Бхагаватам описывает, что мальчики громко заявили, что Кришна и Баларам неподалеку, и они голодные? Because there's a secret meaning, inner meaning. Тут есть секретное значение. It means that as soon as the boy said Krishna. Это значит, что как только мальчики сказали Кришна, hearing the vibration of Krishna's name, all the Yajnapatnis fainted in ecstasy. Как только эти девушки, женщины услышали имя Кришна, они тут же потеряли сознание от радости. So then the boys were thinking, how can we wake them up? Пришли в недоумение, подумали, что делать, как теперь их привести в чувство. So then they said, and they are hungry. Тогда мальчики добавили, они голодные. It was a desperate move. Это уже их была отчаянная попытка привести этих женщин к чувству. When they heard they were hungry, they suddenly opened their eyes. Как только они услышали про голод Кришны, тут же все пришли в себя. And they gave a curse to their own mind. И стали отчитывать собственный ум. They said, "You stupid mind." Глупый ум. Why did you faint? Ты почему так отключился? Krishna Balaram hungry. We have to go. Когда Кришна и Баларам голодные, нам надо идти служить им. So there and then, those ladies, и немедленно они стали хватать все блюда, накладывать в кувшины, в горшки, в корзинки, поставили это все себе на головы. You may not have any experience. У вас, наверное, нет опыта с тем, как носят все в Индии. В Индии женщины удивительно опытные в таком искусстве носить много чего на своей голове. Много горшков, кувшинов, корзинок. Они могут это все как пирамидку себе на голову построить. I have seen on Radharani's birthday. Я видел, как в день рождения Радарани in Mathura, в Радаштаме, в Матхуре, my Gurudev used to invite some young girls to come and dance. Мой Гурудев приглашал юных девушек танцевать на празднике. And keeping six pots on their head. У каждой было на голове там по шесть кувшинов. And without holding them with the hands. И руками они их не поддерживали. They can dance. Они могут вращаться on broken glass. На разбитом стекле. Like this. They would do performance in. И вот таким образом выступали в Матуре. So they're very expert. Поэтому женщины в Индии очень талантливы, и они поставили всю эту еду себе на голову. And quickly they ran through the forest. И гуськом они побежали за мальчиками через лес. Their family members said, "Stop!" Их родственники закричали, "Вы куда?" But they didn't care. Get out. Остановитесь! Но они никого не слушали, не распихали всех в сторону и побежали. Krishna is hungry. Кришна голоден! And they all went running. И помчались в Ашокван. Only one lady, her family members, they arrested her. Лишь одной женщине удалось вырваться, когда ее обхватили родственники. And they stopped her, just one from going. Они одну словили, а все остальные убежали. But all the others escaped. Всем остальным удалось убежать. So they went through the forest and gradually they came to that place called Ashokvan. И постепенно они дошли, добежали до Ашоквана. And from a distance they saw Krishna. Издалека они увидели Кришну. Shamam Hiranyaparidimbanamalyabaha Dautha Pravalanatavishamanubratanse Vinyastamastamitarena Dunanam Abjam. Шрила Сукадев Госвами described that moment. Шукадев Госвами в Шримад Бхагаватам описывает эту сцену. In the whole Srimad Bhagavatam, this verse is the second best verse for meditation on the beauty of Krishna's form. В Шримад Бхагаватам этот стих считается вторым по своей силе и описание красоты формы Кришны. Those Brahmin ladies had only seen the reflection of Krishna in their heart, but now in front of their eyes they were looking at him. До этого эти девушки видели Кришну лишь только в отражении зеркала своего сознания, в своем сердце. Сейчас впервые в жизни они его увидели воочию.
His complexion was shining like a fresh rain cloud, illuminated by lightning. Его тело напоминало цветом свежую грозовую тучу, озаренную вспышкой молнии. His hair was tied up in a knot on his head. Он сиял, его волосы были замотаны в пучок на макушке. With some curls falling down. И несколько локонов обрамляли его лицо. He had a beautiful peacock feather tucked in his top knot. Красивое павлинье перо было артистично воткнуто в пучок его волос. His body was decorated with paintings. His friends had painted with red minerals from the forest pictures on his body. Его тело было разукрашено картинками, которые нарисовали его друзья минеральными красками. He had one hand, his left hand, leaning on the shoulder of a friend. Левой рукой он стоял, облокотившись на плечо друга. And in his right hand he was holding a lotus flower. В правой руке он держал лотос. And he was laughing. Смеялся. And looking at them. И смотрел на этих женщин. And he was with his fingers he was twisting the. Пальцами он крутил стебель лотоса в руке. The stem of the flower. Прощал. Like this. What does it mean? А что это значит? By his eyes he was saying. Глазами он им говорил. Your heart is very soft, like. Ваши сердца такие же мягкие, как цветок. Fragrant with love. И такие ароматные, пахнущие любовью. And now your heart is in my hand. Теперь ваше сердце в моей руке. And I am making it. И я играю с ним. И ваше сердце теперь вращается так, кружится. They were completely in love with Krishna. Эти девушки были полностью влюблены в него. Они были без ума от него. By this activity, Krishna was saying to them. И вот таким поведением Кришна. You know how you feel for me? Кришна так им объяснял, что вы знаете чувство, которое вы испытываете ко мне. Я отвечаю вам взаимностью. So by twisting this lotus. И так играя с этим лотосом. That means when I see you, my heart is also. Он тоже говорил, когда я вижу вас перед собой, мое сердце кружится. So then, those the wives of the Brahmins. They were at a distance. They did not go too close. И жены брахманов все еще стояли вдали от Кришны, не подходили близко. They took the form of Krishna in through their eyes. Своими глазами они обхватили облик Кришны. Inside they could feel Krishna come and embrace them. И забрали его в свое сердце, и в сердце они чувствовали, видели, как Кришна обнимает их. And they were fainting in ecstasy from Krishna's loving embrace. От его любящего прикосновения они теряли сознание от экстаза. But then Krishna brought them back to consciousness. Затем Кришна снова вернул их к внешнему сознанию. Он сказал: Swagatam bho Mahabhaga. Means welcome to the forest. Добро пожаловать в лес. You are very fortunate to come here. Вам очень повезло, что вы оказались здесь. Can I do anything for you? Я могу вам как-то послужить? Please, take a seat. Пожалуйста, присаживайтесь. And Krishna offered them to all come and sit down. И Кришна пригласил их подойти ближе и присесть. Because we should talk. Вот давайте побеседуем. They cannot believe their ears. Эти женщины, девушки не верили своим ушам. They all came and they sat down. Они все пришли и сели. What will Krishna say to us? Они думали, что он нам сейчас скажет? So, a very wonderful miracle happened. Произошло чудо. Actually, these yagyapatnis, they have a parakiya bhav, that means mood like gopis. Что было удивительным, что у этих жен брахманов у них было настроение параки, такого же настроения, как незаконных любовных отношений, как у гопи. Because they have heard about Krishna from gopis, so that mood came. Потому что они слышали о Кришне от гопи и вот это переняли это настроение. But because Krishna is doing human-like pastimes. Но так как Кришна являл человекоподобные игры. For him to have a relationship with the wives of brahmanas who are supposed to be treated like mother would be ras abas. Для него было непозволительным вступить в отношения с женами брахманов, которые для него были как матери. Это было бы ras abasой полной. It would not be appropriate for the ras, the mellow of the lila. Это было бы полностью неуместным.
для его лилы. So usually, when Krishna sees a devotee who loves him, he just reciprocates with them in the same mood. Обычно, что происходит, когда Кришна видит преданного, он тут же отвечает взаимностью на ту любовь, которую испытывает этот преданный, на тот вид отношений, который этот преданный хочет иметь с ним. So it was Krishna's nature and Krishna's desire. Oh, what they want, I also want. Это его природа, он тут же отвечает взаимностью. Каковы их желания, он удовлетворяет эти желания тут же. But because the rasa would not be pure of the lila. Но тут появился конфликт с расой, потому что раса была бы нарушена, не была бы чистой в лиле. And also because it's Krishna's desire that the love of his devotees comes to the highest point before they meet. И также важно для Кришны, чтобы любовь его преданных уже была в полном пике до тех, еще до того, как происходит встреча. So therefore, Krishna's lila shakti, Yoga Maya, came and awakened Krishna's remembrance that he is Bhagavan. И тут же тогда йога майя, духовная энергия Кришны, как напомнила ему о том, что он Господь, что он Бхагаван. Потому что во Вриндаване Кришна не помнит о том, что он Бог. Он считает себя обычным пастушком. Но иногда, to protect the rasa of his lila, Yoga Maya will reveal to him that he is Bhagavan. Пытаясь охранить расу его игр, то Йога Май может напомнить ему о том, что он Бхагаван, Бог. So then Krishna began to speak to them as the supreme lord. И тогда Кришна обратился к этим девушкам как Верховный Господь. He said, it's most appropriate that you have developed love for me. Он сказал, это уместно и понятно и замечательно, что у вас любовь ко мне. Because whatever is dear to us in this world is only dear to us because of attachment to the body. Потому что всё, что дорого нам в этом мире, это дорого нам из-за того, что мы привязаны к этому телу. But the body is only dear to us because our soul lives there. Почему мы дорожим телом лишь только потому, что душа находится в нём? As soon as the soul leaves the body, then you have no interest in that body. Как только душа уходит из тела, никого этот труп уже не интересует. And the soul is dear to everyone because I live there in every soul. Кришна сказал, а душа дорога всем, потому что я, сверхдуша, живу в этой душе. So that you have love for me, this is most appropriate. Поэтому это очень уместно, что у вас любовь ко мне. Because I am the soul of every living being. Так как я душа всех живых существ. But stravanat darshan darshanat dhyanam mayi bhavanu kirtanat. На тата саникашена пратията тато грихан. Krishna said, but love comes to the highest point by hearing about me. Но любовь достигнет совершенства лишь только если вы слушаете обо мне. By chanting my holy name. Если вы повторяете мои святые имена. By having darshan of my deity. Если вы созерцаете с любовью мое божество, мою видраху. Если вы медитируете на меня. Love for me does not develop only by being close to me. Любовь ко мне не возникнет благодаря физической близости. But by engaging in hearing, chanting, and remembering. Да, любовь проявляется и совершенствуется в процессе слушания, повторения, памятования обо мне. So, pratiyata tato griham. Now you have bought the food. Thank you very much. Return home. Вы принесли нам еду. Огромное вам за это спасибо. Теперь, пожалуйста, возвращайтесь домой. They could not believe their ears. Эти девушки даже не верили своим ушам. They began to cry. Они заплакали. And they said to Krishna. Они очень расстроились и сказали Кришне. Майвам вибохати бхаван гадитам рисансам сатьям курушва нигамам тава падамулам. Прапта тули туласи, прапта ваям туласи дама падава шиштам. Кейша нибодам атиланджа самаста бандху. Very beautiful katan. Очень сладкие слова. Майвам бибоати баван гадитам нарисанкшам. О, Кришна! It is not right for you to speak such cruel and heartbreaking words to us. Девушки сказали, Кришна, совсем неправильно, что ты такие резкие и грубые слова нам
говоришь, потому что они причиняют нам сильную боль. Саттвам курусва андегамам тава падамулат. You should make the words of the Vedas true. Ты должен исполнить суть слов Вед. Because in the Vedas ты должен подтвердить их. And in Bhagavad Gita also. It is said, значимость. Yeya tamam prapadyante tangstataiva bhajamyam. Whoever surrenders to God in that same mood, God reciprocates with them. Потому что сам Кришна лично обещал, что он всегда будет отвечать взаимностью. В каком настроении преданный предается ему, он отвечает ему аналогичным образом. In Gita, и Веданта говорит то же самое. In Gita, Krishna said, Yad gatva nanivatante taddama paramamma. Those souls who come to me, they never return. Кришна в Гите сказал, те души, которые приходят ко мне, никогда уже не уходят, не возвращаются. Anabriti shabdat, Vedanta tells. Those who come to Krishna, they never go back. И Веданта объясняет, что те, кто приходит к Кришне, уже никогда от него не уходят. So they said to him, Oh, satyam kurusva nigamam tava padamula. How can you say this to us? You have to make the words of the Vedas true. И девушки расстроились и сказали, как ты можешь такое говорить? Почему ты не своими действиями не подтвердишь то, что сказано в Ведах? So then they realized Krishna's bhav. И тогда они поняли настроение Кришны. Because he was a gopa coward boy. Они поняли, что он пастушок. He is very happy to have girlfriends who are coward girls. But the wives of brahmanas. It is against rasa for him. He was shy. Что ему не по себе от идеи, что у него появятся возлюбленные в касте брахманов, жены брахманов, что он радуется, когда у него возлюбленные пастушки, но в этой ситуации он не может вступить с ними в какие-то отношения. So they said, praptavayam tulasidama padavashishastam. O Krishna. If you are embarrassed by our presence. Они сказали, Кришна, если тебе неловко при нас, в нашем, если then, наше присутствие создает какую-то неловкость для тебя, то мы близко подходить к тебе не будем. Мы не будем идти за тобой, следовать за тобой в твою деревню, к тебе домой. Даже в лесу мы будем находиться поодаль от тебя. And we'll be satisfied. И мы будем довольствоваться этим. We'll live like Banadevis, fairies of the forest. Мы просто будем жить как лесные феи. And sometimes, when you're enjoying pastimes with your gopis. И когда ты будешь наслаждаться играми со своими возлюбленными гопи. And the tulsi manjaris on your feet, they fall on the ground. И бутончики туласи манджири будут падать с твоих стоп. And the gopis trample them. И гопи будут топтать по ним ногами. Or sometimes. When the tulsi leaves from your garlands, they fall off and they go under your bed. Или может листики туласи, которые упадут с твоих гирлянд и затеряются под кроватью. And afterwards, the manjaris, the maid servants, they find them and take them as prasad. Позже служанки манджири не собирают эти бутончики и листики как просад. If they will come and give some of those tulsi leaves to us. Если они просто поделятся этими листиками с нами. Then we will tie them in our hair. Мы вплетем их в свои волосы. And we'll live like goddesses of the и forest with Tulsi Mahaprasad tied in. Как лесные феи, украшенные, освещенные этим Туласи Махапрасадом. You won't even see us. Ты Don't даже be embarrassed. Не волнуйся, ты наше присутствие тебе не помешает. Ты, мы не будем нарушать твой покой, ты нас даже не заметишь. But samastabandhun, we have rejected all worldly life and all material relations. Мы оставили все мирские отношения, мирскую жизнь. And we are happy to have just the slightest connection with you. Но нам необходимо хоть такое, даже самое незначительное соприкосновение, какой-то контакт с тобой. You cannot send us home. Ты не можешь отсылать нас обратно домой. Because if we go to our home, как мы вернемся туда? Then our husbands, they'll beat us, they may kill us even. Наши мужья изгонят нас из дома, они могут отдубасить нас палецами или даже убить. And they fell down and they bowed down at Krishna's feet, please. Девушки взмолились, они пали ниц перед Кришной и умоляли его, чувствуя неописуемую разлуку. Видите, как чувство разлуки тут же усиливает любовь, любовь становится сильнее, и
ярче, интенсивнее, поэтому вот так отсылая их обратно, Кришна на самом деле проявляет свою милость, помогает их любви стать сильнее. Кришна сказал, вы ни о чем не беспокойтесь. Когда вы вернетесь к себе домой, никто вам ничего не скажет, я обещаю, все с любовью вас примут и с уважением. Потому что то, как поступили вы, достойно поклонения, это наивысшее учение Вед, вы оставили все ради моего удовольствия. Даже все полубоги сейчас прославляют вас. Сейчас ваши мужья проводят ягью. So when you do fire yaga, а во время яги you make oblations to the demigods and they appear there. Нужно совершать подношение полубогам, и они приходят туда. So at that time when Krishna was talking to them, пока Кришна беседовал с женами брахманов, then the brahmins do Om Shivaya Swaha. Браманы мантрами призывали девы Шиву. Om Ganeshaya Swaha. Ганеша. Like this. And as they were making oblations, all the demigods were appearing. И все эти девоты являлись там в яге. And those brahmanas, they were a bit angry because our wives have run away. И в это время брахманы были раздраженные, потому что их мучили вот эти мысли о том, что их жены сбежали из дома. But all the demigods were appearing in the fire and telling them, "Your wives are very glorious." Но когда девоты появлялись в яге, они тут же говорили этим брахманам: "У вас замечательные жены." They have fulfilled the purpose of all the Vedas by surrendering to Krishna, the supreme personality of Godhead. То, что они совершили, достойно всяческого поклонения. Они оставили все ради верховной личности Господа. But what have you done? А вы чем занимаетесь? You were not even giving one grain of rice. Вы даже ему одного зернышка рисового не дали. So then all those brahmanas, they were amazed. Браманы тогда пришли, and they became чувство, ashamed. Им стало стыдно. So then when those yagic brahmanas, they gave obeisances and they returned to their homes. И когда жены брахманов поклонились Кришне, распрощались с ним и вернулись в свои дома, then instead of their husbands being angry with они ожидали там ругань от мужей и всякое нехорошее, но мужья не проявляли никакого недовольства. They folded their hands and bowed down to them. Мужья приветствовали своих вернувшихся жен с сложенными ладонями и поклонами. Oh, Guru Devi. И называли их: «О, моя Гуру Деви вернулась!» You are our gurus. Вы наши учительницы теперь. Why? Because you have surrendered completely to God. Вы полностью предались Господу. But we were totally in illusion. А мы, глупцы, находились в полной иллюзии. They said, to hell with our three births. Да будет проклято наши три рождения. There are three types of birth. Есть три вида рождения. First, Shokya Janma, then Savitra Janma, and then Daiksha Janma. It means first birth by the semen of the father. Рождение через семя отца. That is your natural physical birth. Это физическое такое грубое рождение. Then Savitri Janma means that when the Brahmin boys, they go to school. Savitri Janma — это второе рождение, когда маленькие мальчики в Гурукуле получают брахманский шнур, упавид. И это знаменует, что они могут приступить к изучению Вед. So that is birth by brahmanical initiation. Это рождение через брахманскую инициацию. And third birth is called Daiksha Janma, birth by Diksha. А третье рождение — это рождение через дикшу, духовное посвящение. That is outside the limitations of the Varnashram Dharma system. Это уже за пределами Варнашрам Дхармы системы. But that means that the soul takes his never born, but he comes alive. Это значит, что душа уже как-то пробуждается. Alive, conscious. Yeah. So they said, "Oh, to hell with all of our so-called births." И брахманы сокрушались: "Да будут прокляты наши три рождения." To hell with our performance of austerities. Да будут прокляты все эти аскезы, которые мы совершаем. To hell with our study of the Vedas. Да будут прокляты наши занятия ведами. To hell with our performance of sacrifice. И будут прокляты все эти яги, которые мы делаем, наши. Because we fail to understand the true purpose behind all of these things. Какой толк был в этом всем, когда мы не усвоили главный урок? That is only to develop love for God. Что главное было — развить любовь к Богу. But look at our wives. Но посмотрите на наших жен. They did not study the Vedas. Веды они не изучали. They did not do tapasya. Аскезы не совершали.
They did not perform yagyas. Яги они не проводили. But how is it that they have such ecstatic spontaneous love? Как им удалось проявить такую экстатичную спонтанную любовь к Господу? For Krishna. Ради Кришны. When their wives heard the name Krishna, they started shaking and crying. Но как только жены услышали имя Кришны, они тут же затряслись и заплакали. And all the ecstatic symptoms. Экстатичные симптомы любви стали проявляться в их телах, сатвика бавы. А мужья не видели, не верили, увиден то, что они видели, они кланялись женам. Then they thought how merciful Krishna is. И они думали, насколько милостив Кришна. They have become siddha, perfect, by kripa siddhi. Вот эти женщины стали достигли совершенства благодаря милости. In Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami said, Kripa siddha. Kripa siddha, yagya patni, vairochani, the shuka adayaha, means examples of kripa siddhi, perfection by grace, are the wives of the brahmanas, Бали Махарадж и Шукадев Госвами. Бхактира Самрита Синду Рупа Госвами приводит примеры тех, кто достиг совершенства благодаря милости Крипа Сида. И он упоминает жен Ягик Брахманов, Бали Махараджа и Шукадева Госвами. Они сказали, насколько милостив Кришна. Even though we have had no interest in him. Несмотря на то, что нас он не интересовал вообще. He personally sent his associates to us to beg us, please do some bhakti for Krishna. Насколько он милостив, несмотря на то, что нам дела до него не было, он сам прислал своих личных друзей, своих спутников, чтобы дать нам возможность как-то послужить ему, попросить, они попросили что-то для него. Give a little rice. Попросили немножко еды у нас для Кришны. Krishna is very merciful. Krishna he sends his добрый. Own associates, even to those who don't know anything or don't want to know anything, to beg. Can you sing the name of Krishna? Krishna настолько добрый, что он посылает свой личный круг окружения к тем к недостойным личностям, которые вообще не хотят о нем знать, ничего не ведают. Он и эти личности приходят и просят: о, спойте имя Кришны. If someone will say, "Ah, Krishna was not merciful; he was just hungry; he wanted something to eat." Кто-то может сказать: да, какая тут милость? Просто он проголодался и хотел раздобыть еду для себя. Then the Brahmana said, "No, Krishna is the husband of Lakshmi Devi, the goddess of fortune." Но Брахманы опровергают эту глупую идею. Они говорят: Кришна, он супруг богини удачи Лакшми Деви. He has unlimited wealth and opulence, always serving him. So it's very astonishing that he begs. И поэтому они говорят, это поразительно, что тот, кому служит богиня удачи, как служанка, и он владеет бесконечным, безлимитным богатством, и в нем безлимитные возможности, что он просит что-то у кого-то. So then, all those brahmanas, they thought, oh, we should also go and see Krishna. И брахманы решили, мы тоже должны отправиться и увидеть Кришну. But then they thought, no, we can't go. Потом засмущались, потом и заколебались, подумали, наверное, не стоит. Why? Because we are in the employment. We are doing yagya on behalf of Kamsa. Потому что мы работаем на Камсу Махараджа. And if Kamsa Maharaj knows that we went to Если Камса узнает о том, что мы пошли навестить Кришну, then he might punish us. Наверное, накажет нас. You see? So this is the difference between the brahmanas and their wives. Вот тут наблюдается четкое различие между женами брахманов и самими брахманами. The brahmanas were afraid of death. Они боялись смерти, брахманы. But the wives of the brahmanas, they have no fear of death. А жены брахманов были бесстрашными, смерти не боялись. It means when pure bhakti comes, you will never be afraid even of death itself. Это симптом присутствия чистого бхакти в сердце, чистой преданности. Вы даже не будете, у вас не будет страха даже смерти. So those the brahmanas, they thought, how astonishing it is. Брахманы подумали, как удивительно. That even though our wives did not do any practices. Что несмотря, что никакой практикой, никакими ритуалами наши жены не занимались. But still they developed this ecstatic love. У них каким-то образом появилась эта экстатичная любовь. Why did they say this? Почему это сказали брахманы? Because they did not know how their wives developed praying for Krishna. Потому что они понятия не имели о том, как эти жены развили в себе эту любовь к Кришне. So how did they develop praying? Как они получили эту прему? Саду-сангу. Через саду-сангу. So again,
саду санга, сарва шастрикой. Лава матра саду санга, сарва шастрикой. Чайтанья Махапрабху учил, смысл всех учений один. Самое важное, старайтесь общаться с возвышенными личностями, с чистыми преданными. Это полностью изменит вашу жизнь. И вы очень быстро сможете достичь совершенства. Because the wives of the Brahmins, they only had the association of Brajvasis. So they became perfect by this. Жены брахманов достигли этого совершенства, потому что их круг общения это были в Раджабасе. So then in the meantime, Krishna took all the food and he was feeding his friends. И пока это все происходило, Кришна стал раздавать еду своим друзьям. And when he had fed all the friends, и когда он накормил всех мальчиков, he took a little bit himself. Он немножко съел сам. But not so much. Не, очень мало он съел. Why? Почему? He lost his appetite. Потому что он потерял, утратил аппетит. He was feeling a little sad. Потому что он чувствовал грусть. That he made the Brahmin ladies break their vows. Что он вынудил этих женщин нарушить свои обеты праведности. So he only took a little to please his friends. Поэтому у него уже не было аппетита, и он просто съел символично немножко, чтобы его друзья не забеспокоились. But now those Brahmin ladies day and night were in the fire of separation. Но теперь все эти девушки брахманши днем и ночью напролет они горели в пламени разлуки с Кришной. And in their next life they took birth and became gopis. В следующей жизни они родились как гопи и встретились с Кришной. Гоу Премананде! Ари! So remember this katha. Помните об этой катхе. How they are crying at the feet of Krishna. Как эти девушки рыдали у стоп Кришны. My vam vibhavati bhavan gaditam rishan, please don't send us away. Пожалуйста, не отсылай нас. And by remembering this katha, your feelings of separation for Krishna also increase. Если вы думаете, созерцаете ту катху, размышляете о ней, ваша любовь к Кришне, чувство разлуки с ним тоже усилится. And sometime in the future, very soon, you also may become gopis. И в будущем очень скоро вы тоже сможете стать гопи. Сейчас мы споем киртан. Move the опять.